В следующую субботу, 27 февраля, состоится День открытых дверей в Международной академической школе Одесса. Дети вместе с родителями смогут поближе познакомиться с уникальным учебным заведением, которое не имеет аналогов в Украине и Европе. Школа будущего – это передовые технологии обучения, интерактивные дисплеи в каждом классе, бассейн на 6 дорожек олимпийского образца и малый бассейн, просторный спортивный комплекс с трибунами для зрителей и уютное школьное кафе. Занятия шахматами и плавание входят в обязательную программу и являются бесплатными. Безопасность в школе обеспечивают 240 камер видеонаблюдения. Индивидуальные бесконтактные карточки для входа в учебный корпус. Действует контроль учета системой оповещения родителей о местонахождении их детей. Для того, чтобы узнать еще больше подробностей обучения в школе будущего, горожан приглашают посетить День открытых дверей. Начало мероприятия в 13 часов по адресу улица Академическая, 30. Справки по телефону 050-334-55-55. Отметим, что Международная академическая школа Одесса продолжает набор учеников 1-8 классов, а также приглашает на работу учителей. Резюме вы можете присылать на электронную почту.